Начну доклад с того, как я сама стала волонтером. В начале СВО, как и многие, я искала дополнительную информацию о том, что происходит. И этим кладезем стал Telegram, и в частности, Telegram-канал «Операция З» военкоры «Русской весны». Упорными просьбами дать мне возможность помочь хоть чем-то, меня сделали модератором чата. Чуть позднее стала вникать в гуманитарную помощь, уже оказываемую на тот момент каналом, и стала заниматься общей логистикой по стране, потом подключился уже Китай, и сформировался мой ориентир на БПЛА, тепловизоры, коллиматоры и все связанное с этой тематикой, чем я на канале и занимаюсь по сей день. Враг в то время начал уже активно использовать системы сброса боеприпасов. С нашей стороны это было не так развито, только начал формироваться первый пласт операторов БПЛА. Но уже в интернете были первые модели хвостовиков, в том числе выложенные врагом. Подключив к процессу знакомых с 3D-принтерами, мы начали закрывать какое-то еще редкое на тот момент количество запросов к каналу военкора. Спустя уже какое-то время этих сил стало не хватать, и мы бросили клич на канале с призывом владельцам 3D-принтеров присоединиться для помощи фронту. Отозвалась первая группа энтузиастов, позднее я их объединила в один закрытый чат, и это стало предшественником будущего технофронта «Русской весны». Сарафанным радио к нам добавлялись уже новые участники, расширялись возможности. Я предложила создать свой канал с презентационным видео, с результатами работы за эти месяцы, чтобы уже мы могли охватить гораздо большее количество заявок бойцов, уже обращаясь к нам помимо военкоров и напрямую. Вот это было первое наше презентационное видео, то есть это то, что мы делали до того, как мы еще стали полноценным технофронтом. К тому моменту у нас было всего несколько десятков человек, сейчас нас уже в разы больше. Наши изделия применяются от Купянского до Херсонского направления спецназом, артиллеристами, разведчиками, штурмовиками, саперами. В условиях фактически отсутствия по сей день штатных боеприпасов для сброса с дрона, которые были осенью анонсированы Минобороны, мы, как и многие другие волонтерские группы, передаем на фронт хвостовики на различные боеприпасы, улучшающие их стабилизацию, так как все эти боеприпасы, разработанные в 60-х годах, для этого не предназначены. К ним же, естественно, изготавливаем и системы сброса на разные модели дронов, Мавики, Аутель, Юка, промышленные дроны. В настоящий момент наши ребята моделируют сброс на 8 боеприпасов. Нашей визиткой являются, как мы их называем, мини-ФАБ-500. Это корпуса для будущего снаряда самодельного взрывчатым и поражающим элементом, которые являются весомым дополнением к имеющемуся количеству боеприпасов для дронов. Поражающий элемент, кстати, мы тоже предоставляем бойцам сами. Для ориентирования и наведения боевых орудий в ночное время мы изготавливаем подсветки, маяки на бусоле самоходных артиллерийских установок и минометы, устройства для снаряжения магазина, рукоятки для пулеметов, кейсы для хранения противошоковых, обезболивающих, детонаторов, саперные щупы диэлектрики для поиска взрывоопасных предметов в мин в условиях контакта с взрывным устройством, реагирующим на металл. Но это уже не 3D-печать, это обточенный стеклопластиковый прут и эпоксидная смола, мраморная крошка в рукоятке. Отдельной линией являются у нас изделия из металла, мортирки на АК-74, переходники на РПГ-7 и саперные кошки. Первая позволяет делать выстрел гранатой,
Второй соединяет ручной гранатомет с несвойственным для него боеприпасом, это 82-миллиметровой миной, то есть более тяжелым снарядом, а также позволяет нашим бойцам быть мобильными и не таскать за собой миномет. Саперная кошка для проверки на предмет минирования предметов, оставленных на позициях, снятие растяжек. В связи с высоким спросом на переходники и кошки нами вовлечены в процесс несколько цехов, которым переданы чертежи, и которые помимо своего основного производства обеспечивают запросы бойцов к нам, получается. Один цех у нас реализовал нестандартный запрос по нашим замерам. Это бронированные стекла для тигров, для бригад спецназа. В настоящий момент они повторяют свой подвиг. Все наши изделия приведены к единому стандарту, чтобы бойцы, которые обращаются повторно, могли получить на складе ровно те же изделия, которые они получали в прошлый раз, несмотря на то, что они могут быть сделаны другим волонтером. Мы открыты новому, выполняем заявки бойцов на разные комплектующие, в частности, это дроны. Недавно участвовали в процессе создания гарнитуры к штатным рациям «Азарт» по запросу танкистов, а также изготавливали корпуса выносов для лаборатории «Гагаринг». Мониторим вражеские каналы, отечественные по тематикам БПЛА, РЭП. Рассылаем, собственно, бойцам, которые у нас на связи, всю эту информацию, сравниваем, делаем какие-то свои таблицы внутренние для понимания, что лучше, тестируем вместе. Все изготовленное передается бойцам бесплатно, в порядке очереди, по заявкам на территории СВО. В том числе мной, когда я езжу, собственно говоря, на Донбасс, в связи с чем по всем изменениям мы получаем обратную связь от бойцов в кратчайшие сроки. В этом, наверное, первое отличие таких волонтерских объединений, как наше, от, соответственно, предприятий, работающих на оборонзаказ. При наличии просьбы от бойцов о доработке изделий исполнитель сразу же приступает к устранению недостатков. Одновременно это также является стимулом для наших волонтеров. Они видят то, что они передали в руках бойцов. Второе отличие – это полное отсутствие бюрократии и максимально короткий срок от заявки напрямую бойца до получения на руки. Я, как бывший госслужащий системы правоохранительных органов, знаю, что такое бюрократия. Единственная причина отказа – это просьба передать вне территории СВО. Это также связано с тем, что недобросовестные граждане не воспользовались бесплатным трудом волонтеров и не стали продавать это, соответственно, нашим же военным. Это есть уже и на Озон, и на Авито, и где только нет. Причем цены в разы превышают затраченные материалы. На полях Народный фронт сделал специальную службу безопасности, которая занимается тем, что выявляет тех, кто торгует тем, что волонтеры ОНФовские поставляют бесплатно и, так сказать, присылают к ним докторов. Вот, это вот так к вопросу о проблеме. Третье отличие. Мы никакие заявки не ставим приоритетнее других. Часто у нас просят заплатить за систему сброса, например, чтобы не ждать очередности. Но наша позиция принципиальная, у нас все равны. Единственное исключение, если подразделение уходит там на отдых или доукомплектование, то в случае на сложные изделия мы тормозим эту заявку и переходим к той, которая сейчас нужнее на текущий момент. Бойцы это все понимают. Собственно, никто ничего не имеет против. Также у нас есть верхний потолок количества по заявкам на сложные изделия, чтобы, ну, аналогично не замораживался процесс для помощи другим бойцам. Вот, наверное, общая суть народного ВПК. Волонтеры оперативнее реагируют на изменяющуюся обстановку на фронте, легко подстраиваются под нужды бойцов, гораздо глубже погружены, потому что они имеют связь с ними напрямую с разных участков фронта. Не нужно ничего согласовывать, помощь оказывается здесь и сейчас. Волонтеры уже достаточно длительный период времени убеждены, что сейчас одно из самых важных – это дроны, все, что связано с гаджетами для
их работы, усиление их работы, и РЭП. Существует наше, и наше объединение исключительно за счет собственных средств на неравнодушие. Мы не арендуем помещения, например, 3D-принтеры, которых у нас на текущий момент уже более 100, стоят в квартирах, офисах, гаражах. Там же все и собирается. Мы не НКО, не юридическое лицо. Существуем обособленно от канала Военкоры. И сбор средств мы никакой не ведем. Из трудностей на текущий момент для волонтеров, ну, наверное, для всех гуманитарщиков с СВО, это высокие цены отправления посылок по стране, потому что часто коробка с напечатанными хвостовиками отправлена, там одна катушка, например, из нее можно сделать 150 хвостовиков, это 800 рублей, вот, и цена этой отправки будет уже равна 800 рублям. Если бы была возможность, и кто-то бы шел навстречу со скидками, например, на какой-то один адрес получателя или отправителя, потому что, ну, одно дело, когда ты зарегистрирован как-то, другое дело, как мы, когда мы просто неравнодушные граждане, скажем так. У нас нет этих возможностей для преференций. А еще одной трудностью является невозможность перейти к более сложному оборудованию из-за дороговизны комплектующих, невозможности начать или продолжить реализацию. У нас есть инженеры, у нас есть гениальные операторы на связи, с которыми мы взаимодействуем. Идеи, чертежи, даже прототипы FPV-дронов, усилителей сигнала, пламегасителей. Но без финансовой поддержки на комплектующие, чтобы это бесплатно передавать на фронт, у нас нет возможности продолжать этот процесс. Основная трудность – это затраты на материалы, потому что часть комплектующих у нас закупается в Китае для экономии. Вот, например, сервомоторы, платы, там стоят в 2-3 более раз дешевле, чем в России. Однако Федеральная таможенная служба России у нас 1 апреля сделала подарок всем волонтерам и гуманитарщикам и изменила льготную сумму беспошлинного ввоза с 1000 до 200 евро. Вот. Это решение сильно ударит по данной категории помощников. Вот, потому что когда у тебя есть небольшой бюджет, и необходимо в него уложиться и купить максимум там, до 100 тысяч рублей, например, то нужно будет рассчитывать на плюс 13% от суммы. Вот, по итогу все это отзовется, естественно, на бойцах, им будет оказана помощь меньше. Вот, кроме того, кроме как вредительством для нашей страны, особенно во время СВО, по-другому не назвать. Особенно с учетом того, что сейчас ударная сила – это FPV-дроны. На третьем году они до сих пор собираются в большинстве своем простым народом и передаются волонтерами. Вот, а все комплектующие, ну не все, но весомая часть комплектующих закупается в Китае. И по какой-то причине Министерство обороны до сих пор не осознает важность и ценность, необходимость в массовом производстве. Да нет, все равно осознает. Подождите, там история простая. Как бы такие большие структуры просто любят работать с самоштабными себе сущностями. Им нужно, чтобы условный Калашников сказал, я закрою потребности МОВа в ПВ-дронах в количестве 100 тысяч штук. Вот, это и они вот, но при этом производители, естественно, все отпрыгивают. Вот от такой постановки. Поэтому, значит, по факту Абрамсы жгут упырями, которые делаются в гараже в Екатеринбурге такими же волонтерами, как и вы. Ну, так, вероятно, и продолжим, так, вероятно, и победим, как говорится. Вот. Как-то так. Как-то так, да. Ну и, соответственно, хотелось бы мне, конечно, закончить свой доклад словами Владлена Татарского о том, что эта война войдет в историю как война волонтеров, когда частная инициатива решала вопросы от добровольцев и до обеспечения войск.